как говорится, вас опять сдувает, но это мне не помешает рассказать вам о том, какие же ограничения в Дании наконец-то сняли. Помните, я вам рассказывала о том, что ввели ограничения, нас опять-таки обязали носить маски, обязали делать третью прививку, но, кстати, третью прививку нас так и дальше продолжают заставлять делать, но есть, как говорится, и хорошие новости. Культурную жизнь выпускают на свободу, а это значит, что туристы, которые сейчас приедут в Копенгаген, имеют хорошую возможность опять посетить театры. Да, открываются театры, конечно же, нужно будет предъявлять тот самый коронапас. Что такое коронапас? Это у вас должно быть, ну, на самом деле, пока еще две прививки или негативный тест на ту самую нашу любимую болезнь. Я надеюсь, что ветер вам сейчас не мешает меня слышать, потому что вдруг почему-то включили мне ветерочек. И да, открывается культурная жизнь, открываются музеи, театры, кинотеатры. Кроме этого, что у нас еще хорошего, открывается зоопарк, конечно же, открывается аквариум, ну и открывается Тиволи. Но дело в том, что Тиволи откроется аж в апреле. Да, Тиволи откроется на Пасху. Сейчас Тиволи закрыт, но свобода для тех парков, которые имеют какие-то активитеты на улице, они тоже могут открыться. Туда не нужна маска и, в принципе, на улице никаких ограничений нет. Открываются все те спортивные активитеты, которые были на улице. Теперь опять можно, наверное, будет ходить на футбол в парке. Не знаю, идет ли сейчас какой-то футбол или не идет. Там, видите, детишки у нас. В общем, ну ладно, давайте не будем им мешать. Момент славы для датских детишек. В общем, датчане спокойно реагируют на камеру, можно даже сказать, с радостью реагируют на камеру. Открывается жизнь. Что у нас еще закрыто? Закрыты еще клубы. Да, клубы на свободу не выпускают. И какая у нас сейчас образовалась проблема? Как вы помните, я вам рассказывала, не помню, рассказывала или нет, по-моему, в предыдущем влоге я вам рассказывала о том, что министр здравоохранения Дании выступил с предложением, что сократить нужно будет коронапас до 5 месяцев для тех людей, которые провакцинированы 2 раза. Сейчас уже нужна третья прививка, но третью прививку, например, делают не всем. По-моему, еще ее не делают тем подросткам и молодежи. И они немножечко взбунтовались. А что это значит? Это значит, что раза 2-3 в неделю они должны будут еще ходить на тесты. Но, как бы сказали о том, что сократят действие коронапас 2 вакцинами до 5 месяцев, но пока еще какие-то у нас с этим есть неясности. Хотели сделать так, что культурная жизнь еще не откроется, не хотели открывать кинотеатры, но синий блок в парламенте взбунтовался и сказал вообще, что непонятно, что здесь происходит, давайте открывать всю культурную жизнь. И благодаря синему блоку открываются кинотеатры. Я уже, если честно, намылила свои сандали в кинотеатр. У меня, правда, уже истекают 5 месяцев моего коронапас, но меня это не остановит, если что, схожу на тестик. Вот такие у нас, ребята, дела. Эту часть Копенгагена я вам, по-моему, еще никогда не показывала. Здесь у нас райончик Остебро, это там у нас виднеется Трианглин и, по-моему, Хеннингплес, или как-то так называется эта станция метро. Везде продают вот такое вот копию в таких вот мобильных машинках. Видео о том, как найти жилье в Копенгагене, в Дании, я вам уже рассказывала о том, что, в принципе, существуют сложности найти жилье для людей, у которых есть домашние животные, котики или собачки. Но, невзирая на это, в Копенгагене очень много специализированных парков, в которых можно погулять с животными. За моей спиной сейчас находится вот такой вот небольшой собачий парк, куда хозяева приходят со своими питомцами для того, чтобы их выгулять. Находится это все в Фелет-паркене в районе Остебро. И да, вот такой вот небольшой парк. Кстати, я помню, мы с вами гуляли по району Нёребро. Там есть у нас тоже Нёребро парк. Так в том же парке тоже находился небольшой такой садик, небольшой такой дворик, в котором можно выгулять своего песика. Кстати, всегда очень прикольно, когда хозяева животных, собачек, дают собачкам человеческие имена. Ушел один хозяин, и у него собачку звали, знаете как? Флеминг. Гляньте, какая прелесть, какие здесь у нас четвероногие друзья.
Балуется Флеминг, его пытаются увести, а он не хочет, хочет гулять. Парк вот такой вот не маленький. Вот там вот у нас остался Хуне Горден, парк, в котором выгуливают собачек. Хозяин Флеминга продолжает немножко орать, звать Флеминга с собой. Флеминг отказывается идти. Здесь у нас станция метро. Не помню, как она называется. И вот такой вот парк. Флеминг не хочет идти домой. Давайте покажу вам, какой у нас сегодня рассвет. Я сейчас опять-таки в парке Феллет Паркин, вернее, около парка Феллет Паркина. Почему? Да потому что у нас опять не ходят поезда, и Светланка добирается на перекладных. Здесь вот такой вот дом культуры. Там виднеется общежитие студенческое. И день обещает быть, как говорится, томным. У кого-то праздник продолжается. Давайте вам покажу, какой сейчас рассвет над Копенгагеном. Гляньте, как горит небо. Какая красота. Райончик Вестебро. И вот такие вот здесь крыши. Ну, красиво ведь, правда? Тот момент, когда ты начал влог записывать еще в пятницу и уже забыл, о чем ты там рассказывал. Рассказываю вам. Открыли у нас культурную жизнь. Воскресенье. Народ сразу же побежал в кино, по музеям. И это, если честно, меня очень и очень радует. Что у нас продолжает быть закрытым? А закрытыми у нас остается ночная жизнь. Все клубы закрыты. И рестораны работают, по-моему, только до 12 часов, плюс алкоголь там можно продавать то ли до 10, то ли до 11. Но жизнь, как говорится, налаживается. Конечно, есть группы в парламенте, которые выступают за открытие ресторанов, потому что им очень сложно сейчас выживать. Но что поделать? Вот такая вот у нас странная сейчас происходит у всех жизнь. Как, кстати, делишки у вас? Что хочу еще сказать, конечно, жалко рестораны, жалко клубы, но еще мне очень жалко королеву и всю королевскую семью. Почему? А потому что в пятницу королева отпраздновала 50-летие, юбилей, 50-летний юбилей на троне. Вот так долго королева Маргарета, можно сказать, ну, номинально управляет Данией. Ее отец Фредерик IX умер 14 января, а 15-го королева уже взошла на трон. Я об этом рассказывала на Инстаграме. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. И вот празднование 50-летнего юбилея королевы на троне было перенесено на сентябрь. Что же происходило в пятницу? В пятницу, проснувшись рано, королева Маргарета отправилась в парламент. Отправилась она туда на празднование. У нее была запланированная встреча. Туда она отправилась в составе всех старших участников своей семьи. Туда прибыла ее сестра Бенедикта, а также туда прибыл кронпринц Фредерик с кронпринцессой Мэри и ее младший сын Йоаким со своей женой Мари. Мэри и Мари, они очень похожи, потому что они брюнетки, обе принцессы, обе не принадлежат никаким королевским кровям. Одна француженка, а другая австралийка. Мэтт и австралийка. Мне нравятся они оба, обе они очень похожи как бы и внешне. Брюнетки, такие утонченные дамы. Когда-нибудь о них расскажу вам. И дни рождения у них очень-очень рядышком. У одной, по-моему, 4-го, у одной 5-го, а у меня день рождения 8 февраля. Вот так вот мы все рядышком с ними и приместились. Что было потом? Потом королева со всей своей семьей отправилась
на возложение цветов или на возложение венка в Роскильде на могилу своего отца. После этого ее чествовал ее двор, ее придворные, они ее с этим поздравили. И потом королеву ее семья удивила с чем? С ужином, праздничным ужином. Кстати, они пользовались посудой от Royal Copenhagen коллекции, которая называется Flora Danica. Это не очень дешевая коллекция, вернее, давайте будем честными, скажем, что Royal Copenhagen коллекция Flora Danica — это очень дорогая коллекция. По скидкам ее не найти. Георг Йенсен для королевы создал юбилейную брошь. Брошка, она символизирует, по-моему, римские цифры 50, а на верхней панели буква М, которая символизирует имя Маргареты. По-моему, как-то так, Маргареты II. И что у нас еще интересного было? Ну и, конечно же, монетный двор Дании выпустил юбилейную монету, а почта Дании выпустила юбилейные марки. Хотела купить юбилейные марки и забыла, но, наверное, еще куплю. Хочу сейчас дойти до центрального вокзала с работы и потом уехать домой. Блин, у нас сегодня утром включали снег. Как у вас погода? Ну и говоря, наверное, о праздновании юбилея королевы, наверное, нужно сказать еще о том, что сейчас во всех книжных магазинах продаются книги, посвященные королеве. Продается вот такая вот книга «Монарх и люди», также «Королевский дом» на работе в Дании, и вот такая вот новая книга, которая называется «Унавайс». Написал ее мой любимый Том Бук Свенти, я его просто обожаю. Это просто датский писатель, который очень хорошо пишет, очень красиво и очень понятно. И здесь у нас вот такая вот молодая красотка Маргареты. Стоит книжка 300 крон, но ее можно взять в библиотеке и почитать. Читается она очень легко, здесь очень много картинок из частной коллекции королевы. Так что, ребята, если есть желание, советую. И еще вот такая вот книга, которая называется «Конге Хусел Уна Бесетельсен», «Королевский дом во время, когда захватили его немцы». Стоит она сейчас 50 крон. Сейчас опять зашла в свой любимый магазин. Смотрите, что нашла. Вот такая вот заводная куколка. Стоит 80 крон. Механическая. Раритет. А еще смотрите, чашки Royal Copenhagen. Одна стоит 200 крон. Их две. Вдруг кто-то коллекционирует. Очень-очень тонкий фарфор. Чтобы вы понимали, там внутри что-то есть. А вот такой крутой солдатик с флагом. Стоит он недешево. Стоит он 380 крон в шапке. Круто ведь. Георг Йенсен, 350 крон. Давайте глянем. Вот такой вот подносик с тремя такими вот серебряными чашечками для снеков, видимо. Никогда не использовано, написано. Помните, я вам уже рассказывала про магазин Prada. Смотрите, у них изменили витрину.
И гляньте, какие здесь платья. Просто я не знаю, на прием к королеве. Особенно вот это, какое оно красивое. Конечно, можно найти, куда его одеть, или пусть просто висит. Ну и, конечно же, вечерний темный Копенгаген. Борится. Продолжаем снимать бесконечный влог, никак не могу его смонтировать и выложить. Я сейчас нахожусь в Копенгагене, в районе Карлсберг, это у нас Карлсбергбюен. Его недавно построили, и вы меня спросите: Света, зачем ты сюда приперлась? Приперлась, потому что у меня завтра, в субботу, будет класс по готовке еды в ФФ. И у нас такая фигня, что если, например, это будет происходить в школе в выходной день, то я должна приехать и забрать ключ. Вы меня спросите: Света, почему ты не приехала раньше? Ну, потому что я Света. В общем, приехала, сейчас забрала ключи от школы. Завтра буду преподавать датчанам, как готовить борщ и вареники. Сейчас покажу, как выглядит здесь сам этот Карлсбергбюен. Я сейчас нахожусь в центре. Это у нас называется Хумле Торвет. Это Хумле, это, наверное, Хмельная или площадь Хмеля. И здесь находится техникум. Вот у нас Хумле Студия Кафе. Копенгаген Профессиональ Хойскуле, это техникум. И вот такой вот здесь у нас дом. Вот там вот наверху видите ФФ, это туда я ходила, но на самом деле на первом этаже, вернее по-вашему на втором, вернее по-нашему на втором, по-датски на первом, находятся всякие различные студии, в которых преподают, например, керамику, готовку, а вот там вот на третьем этаже находится наша администрация. Вот там вот я забрала ключи. Вот такая вот площадь, смотрите, как здесь красиво, разные кафешки. Вот там вот эта знаменитая Вельбюфская высотка, и вот это вот у нас все школа. Внизу, конечно, находится, например, то, где студенты могут заказать себе учебные книги. Если они их, например, не могут взять в библиотеке, то в Дании книги студенты покупают. Стоит это недешево, видите, здесь у них именно их такой магазин книжный, кампус Карлсберг, и вот сама школа, вернее техникум. Как вам? Конечно, все в таком вот стиле. У нас здесь высокая трава, беседка. Вот там вот находится бургер-шак. Считаются хорошие бургеры. Вот такие вот цены. Меню стоит 129, а один вот такой вот тройной бургер стоит 89 крон с чили и сыром. Фетекс. Студенты спешат на учебу. Также здесь есть Лауке Хусел, и это уже у нас здесь находится все перед станцией. Там папа купил себе кофе, выгуливает малыша. Видимо, его очередь быть в декрете. Новый район. Все здесь новенькое, так сказать. И вот это вот уже станция, которая называется Карлсберг. Там вот находится завод Карлсберг. Или, вернее, находился завод Карлсберг. И сделали здесь станцию Карлсберг. 10 часов утра, центр города. Здесь у нас улица Кёпмейгеде. Мы с вами по ней гуляли 1000 раз. Идет ремонт разный. Здесь у нас круглая башня, о которой писал Андерсен в своих сказках. И, в общем, люди куда-то неспешно идут. Никто не торопится. Мы с вами тоже почти не торопимся. Крюстельгеде. На этой улице находится синагога. Народ рискует. Ездит здесь на велосипеде, но это стоит 750 крон. Помним об этом. Около круглой башни здесь у нас памятник Тюкобхаге, или вернее вот его бюст. И вот такие вот стоят коляски. Вы меня спросите, что это за коляски? А это коляски, которые используют ясельки. Здесь садятся дети. Смотрите, их там можно пристегнуть, чтобы они никуда не убежали и не выпали. И их сюда привезли. Скорее всего, в церковь. Потому что очень часто в церкви проходят разные мероприятия для детей. Ама Торвет. И сосисочник идет на работу. Конгенс Нью Торф. Все залито солнцем. Здесь
отель Англитер. Смотрите, у них открылась вот такая вот кафешка. Стоит вот такой вот единорог со свечкой на спине, но нас интересует не он и не Англитер. Меня спросите: Света, что же нас интересует? А нас интересует кое-что другое. Нас с вами интересует одна новая пекарня, которая открылась недавно. Я вам уже про нее рассказывала, когда рассказывала, чем заняться в Дании, если у вас здесь нет родственников и вы один на Рождество. И вот сейчас решила вам это все показать. Что же это за пекарня? Эта пекарня называется Тиа или Тир, если прочитать ее в транскрипции, как по-русски. И что же в ней такого особенного? Это поп-ап пекарня, которая находится недалеко от Конгенс Ньюторм на улице Гамель Конгевай. И чем она интересна нам? Тем, что мы с вами любим все новое, мы любим выпечку. И эту пекарню открыла девушка, которую зовут Луиза Беннон. Она сама из Ирландии. В Данию она приехала не просто так, не для того, чтобы открыть пекарню, а она сюда приехала для того, чтобы работать в ресторане Нома. Проработав некоторое время в ресторане Нома, она решила открыть свою собственную пекарню. Открыла ее она не в Копенгагене, а открыла она ее на острове Шетланд, немножко дальше, в городке, который называется Шетланд Одер. Она также и называлась Тир пекарня. Чем она знаменита? Тем, что Луиза, она очень интересуется мукой. Она эту муку сама мелит, покупает зерно, у нее есть мельница. Она перетирает все это в муку, и из этого всего она печет очень хороший хлеб. Вот туда-то мы к ней сейчас и отправимся. У нее есть сладкая выпечка, есть несладкая выпечка. Сейчас уже все вовсю пекут свои фасты лаунс боли. Я очень хочу попробовать фасты лаунс боли от нее. И посмотрим, какие там цены. Вообще посмотрим, что там происходит. Так что никуда не уходите, оставайтесь со мной. Здесь у нас еще одна пекарня, которая называется Бука. Мы с вами с ней в ней уже были, когда пробовали в прошлом году булочки на Фестелаун. Но в этом году тоже туда сходим. Вот та самая знаменитая пекарня Тир. Она находится на той стороне. Там раньше находилась пекарня от Клауса Майера. Она поп-ап, это значит, что она там просуществует какое-то время и вернется обратно на Шетланд Одер. Пойдемте. Нас интересует все. Открыты они с вторника по субботу, с 7 утра до 4 вечера. Вот такая вот у нас здесь красота. И давайте пойдем вовнутрь. Все такое в рустик стиле. Смотрите, здесь такие ступеньки, на которых можно посидеть. Там есть небольшой столик на одного человека. За фестелаунс боли, за одну такую выпечку со сыром и со скинки я заплатила и за одну булочку 75 крон. Давайте сейчас все попробуем. И просто посмотрите, здесь продаются мимозы и котики. Просто уже скоро весна. Хотя сегодня у нас 22 января. Гляньте, какая прелесть. 59 крон стоит вот такая вот большая веточка мимоз. Прекрасно. Честно говоря, обожаю утро в Копенгагене, особенно когда мне не нужно никуда спешить. Я уже отработала и теперь просто могу наслаждаться жизнью. Это у нас Стуа Конгенсгеде, улица, на которой находилась моя пекарня. И здесь, смотрите, вот такие вот магазинчики везде, их очень много. И продается у нас здесь винтаж и секонд-хенд. Давайте заглянем, что у нас здесь. Ну, в общем, как все и везде. Ну, вот так вот очень-очень мило. Ну, или это у нас под винтаж. Как вам люстра? Там станция метро около Карла Королевского дворца. Здесь никогда не знала. Есть вот такой
камбоджийский ресторан Кхмер Куазин Камбодия. Вау! Серьезно? Давайте вам еще покажу Тольбодн Бодега. Смотрите, какая здесь красота. Какие у них окна. В окнах вот такие вот ажурные занавесочки. И стоит посуда Royal Copenhagen. Ну, не милота ли это? Я реально надеюсь сегодня доснять этот влог. И, возможно, даже сегодня вечером в пятницу выложу его. Давайте покажу, что я купила в пекарне Тир. Вот такая вот булочка, посыпанная сезамом. Они, конечно, у них все суадай на закваске, ну а почему бы и нет. Потом купила себе вот такой вот типа круассан, но не обычный круассан, а круассан с ветчиной и сыром. У меня здесь ходят люди, но меня это уже не смущает очень и очень давно. Вот так вот выглядит мой круассан, который с сыром и с ветчиной. Ну и, конечно же, то, ради чего я ходила туда, это, конечно же, Festelounge Bolle. У них вот такие вот брендированные пакетики. На нем написано Тир или Тиа. И давайте глянем на мою булочку Festelounge. Боже ж ты мой! У них два вида. Я взяла это, по-моему, у меня те, которые сделаны с розой и с айвой. Вот так вот выглядит булочка. Она вот такая вот у нас. Со слоеного теста или с заварного теста. И внутри вы гляньте, какая красота. Боже ж ты мой. Безумно вкусно. Приятного мне аппетита. Про булочки расскажу вам в другом видео. Что вам должна сказать насчет круассана? Это безумно вкусно. Очень все хрустящее. Там у нас ветчина и сыр. Надеюсь, вам это видно. И, в общем, да, пекарня Тир очень для нас, ребята, постаралась. Так что, если будете в Копенгагене, обязательно зайдите к ним. Новое место и очень вкусная выпечка. А еще здесь горчица. Просто, если честно, рекомендую. Очень вкусно. Ну что, наверное, давайте заканчивать этот влог. Он у нас опять получился какой-то слишком-слишком длинный. Но, тем не менее, всем огромное спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Помним, что все будет Копенгаген. Завтра у меня преподавание восточноевропейской кухни для датчан. Пожелаем мне удачи. Не знаю, получится у меня снимать или нет. У меня завтра будет очень такой загруженный день. Но если получится, то, конечно, вы это все увидите в следующем влоге. На этом, ребята, всем огромное спасибо и пока. Всем до новых встреч!